18 января во Владивостоке начались крещенские купания. На юбилейном пляже около клуба зимнего плавания «Касатка ДВ» была подготовлена купель. В 10 вечера воду осветили, после чего все верующие смогли окунуться в Иордань. Сейчас минус 15 градусов с ветром ориентировочно до 15 метров в секунду. И температура воды сейчас где-то примерно 1-2 градуса Цельсия. На территории края проводится контроль за обеспечением безопасности. В каждом заявленном месте купания, то есть, чтобы были пункты обогрева, чтобы дежурили экстренные службы, спасатели, медицинские работники и службы обеспечения правопорядка. Рядом с купелью были установлены две обогреваемые палатки-раздевалки. Работали бесплатные туалеты, а в клубе «Касатка ДВ» работала баня, где можно было погреться после погружения в ледяную воду. Желающих окунуться было немало. Ныряете? Второй раз в жизни. Готовились раньше, ныряли? Лет 7 уже, наверное. Давно ныряете или первый раз? Лет 10, наверное, уже. Лет 10 ныряете? А почему ныряете? Первый раз попробовала и нравится. Один минус. Раздевалка одна на всех. Это нас вводит дискомфорт. Очень круто. Мы хотим сказать спасибо нашему тренеру Юрию Юрьевичу за то, что он нас, так сказать, подвиг, можно сказать, на подвиг. Хотя мы уже не первый раз ныряем, но все же... Очень круто. Да. Мы ожидали, что будет хуже, но палатка теплая, вода мокрая, все как надо. Классно вообще. Обалденные эмоции, впечатления, масса. Будем нырять как можно чаще. Первый раз все понравилось, хотим второй раз. Зуб на зуб попадает? Попадает. 19 января купель будет открыта до 24:00. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на 8.